Дорогая Светлана, все мы видели и слышали твое видеообращение этим утром. Хочу заверить, что я лично и Валерий Цыпкало тебя поддерживаем. Мы понимаем, что 9 августа 2020 года Лукашенко проиграл президентские выборы, и единственный легитимный в стране президент – это ты, Светлана Тихановская. Я знаю, какими грязными и мерзкими способами власть оказывает давление на нас. Они используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять дистанции или дискредитировать в глазах общественности. Только власть не понимает, что народ уже борется не только за тебя, Светлана. Люди борются за свое будущее, за будущее наших детей, борются против фальсификации, подлогов, издевательств, унижений и оскорблений со стороны власти. Лукашенко показал свои синие пальцы, вцепившиеся в трон и уже запачканные кровью белорусского народа. Его не останавливают ни женщины, ни подростки. У карателей в ход идут дубинки, пули, газ, вода, грубая сила, избиение мирного безоружного населения. Белорусы борются за базовое право, свободные и честные выборы. Лукашенко нагло врет, что протестами белорусов управляют из-за рубежа, или что интернет, мобильная связь у нас отключают из-за границы. Нас обманывали на протяжении 26 лет, и сейчас обман продолжается. Лукашенко просто хочет скрыть преступления против своего народа, геноцид белорусского народа от всего мирового сообщества. ОМОН, силовики, остановитесь. Кого вы защищаете? Нелегитимного Лукашенко, который отдает вам устные приказы? Ваша жизнь и свобода того стоит? Как вы будете спать по ночам? Как вы будете смотреть в глаза вашим детям и внукам? Как вы будете с этим дальше жить? Неужели Лукашенко всего этого действительно стоит? Я обращаюсь ко всему мировому сообществу. Пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента. Помогите освободить политзаключенных. Помогите провести свободные и демократические выборы. Пожалуйста, помогите белорусскому народу. Спасибо.